Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Ну что, сегодня поиграем в Лигу Хаоса. Так, поехали, наверное, да? Вот такая в данный момент у меня дека. Честно говоря, не очень. Но посмотрим, что у нас получится. Так, до этого играл я, проигрывал. Причем достаточно много. Нету у меня хороших карт в данной мете, поэтому приходится мне как-то так выкручиваться на авоську. Ух, ну что же, приступим. Так, ну что же, давайте начнем с домика. Ёлки-палки, ну... Кого он? Кэптона вызвал, да? Хорошо. И он тихорит, он ее специально поставил позади, чтобы она пока дошла. Так, ну, в принципе, много чего тут было ожидаемого. Давайте тоже вызовем пришельцев. Смотри, что делает, а? Что он творит? Так, давайте вызывать тоже птичек. Франкенштейн вышел. Ядрить его на корень. Вот только его мне тут и не хватало, а? Жестко-жестко будет, ребята, я вам сразу говорю. Потому что если Франкенштейн есть уже в пати у него, ну, в колоде, то это ничему не сулит хорошему. Вот что я вам могу ответить. Так, он вызывает горгулей. Попробуем с ними справиться. Как видите, мало что из этого у нас хорошего получается. Так, ладно, давайте вызовем кэптона. Будем, как говорится, давить массой. Так, раздавил он птичий домик. Смотри, а. Значит, вот эти вот пески времени, грубо говоря, замедляют и время, и при этом еще уничтожают. Ну да. Так выходит. Черт, подери, справляется со всеми буквально. Оу, черт, как же я так проворонил-то? Это же миньоны, я думал пиратики. Нет, нет, это были именно миньончики. Ладно, поехали, будем отбиваться. Франкенштейна только не хватало здесь. Так, ну что, у нас есть еще, ребят, вот такая штука. Надо будет ей воспользоваться обязательно. Чертовы пески времени задолбали, вот в самом деле. Ну, да подойди ты поближе-то, елки-палки. Не хочет. Надо будет, кстати, на заметочку-то взять себе вот эти вот песочки. Что они, хотя... Если они раскачаны туда, в них есть смысл. А если нет, то боюсь, что никакого толку от них не выйдет. Давай, давай, давай. Внезапная смерть началась. Опять он своего кита вызывает. Фак, не успею. Не успел, ребята. Как-то непонятно получилось здесь все, если честно. Но за счет песков он только все это выиграл. Надо будет... Может быть, тоже их взять себе? Ну-ка, давайте глянем. Вот это же они, да, по-моему, если я не ошибаюсь. У-у-у-у. И вместо кого же здесь нам можно поставить? Ну, давайте используем вместо вот этой барышни. Да, наверное, сюда мы их влепим. И посмотрим, сколько, кстати, они стоят-то у нас по мане. 4. Давай вот так вот сделаем то же самое, что эта барышня. И глянем, что они из себя представляют. Я ими ни разу не пользовался, поэтому не знаю. Так что есть эксклюзивный момент посмотреть его в действии. Так, продолжаем. Или же надо было вместо птичек, вместо летающих мышей сделать. Ладно, сейчас мы все это с вами глянем. Так, вызываем пиратиков. Ставим дом. У него, видите, еще, ребята, мало того, что у него и кит был, и эти пески. Все, что, как говорится, надо.
Франкенштейн. Вот это плохо. Это очень-очень-очень плохо, ребят. В данный момент все это сработано как-то у нас. Ну вот, скоро у нас пески эти накопятся. Мы... Нет, сейчас мы их тратить не будем. Давайте мы сделаем вот так вот. Потом немножечко попозже мы глянем на них, как они себя будут проявлять. Ё-моё, нифига он там навызывал-то. Минотавр, что ли, у него такой сильно раскачанный? Ладно, будем продолжать. Ну вот этого еще не хватало мне, мумии, а. Не хватало мне еще здесь и мумии до кучи. Сейчас ядро полетит наверняка. Нет, он вызвал минотавра почему-то. Хотя, честно говоря, я думал, что вызовет ядро. Ну, видимо, у него откат еще, но, тем не менее, первая победа за ним. Точнее, первую башню он мне снес. Так, здесь мы ставим мушкетчиков. Да-да-да, именно сюда он и метит. Так и думал. Так, хорошо. Давайте ставить опять домик с птичками. И что бы еще-то влепить, а? Давайте, наверное, домик пиратов. Ух, ё-моё. Жестко все тут как-то очень жестко. Опять он вызывает Франкенштейна. У нас здесь помогут гаргульи. Хотя не совсем так сильно-то они и помогут, если честно. Ну, добивайте, елки-палки. Он выстрелил ядром. Давайте сделаем вот так. И вот так. Будем отбиваться до последнего. Что, опять Франкенштейн? Черт подери, почему он не попал, а? Почему он не попал, этот Франк, туда, в эту зону? Да. Не вышло, не вышло, ребята, как видите. Все очень-очень плачевно. Хорошо. Не будем печалиться. Сейчас мы с вами... Блин, я вот думаю, надо все-таки что-то поменять. А вот что, только ума не приложу. Так, давайте глянем по картам. Кого можно здесь убрать? Ядром я сейчас не пользуюсь, но я прекрасно знаю, что только я его уберу, он начнет высылать этих. Ставить домики. Вот минотавра можно, в принципе, взять, использовать. Вместо кого? Вместо... Угу. Я даже не знаю, вместо кого, если честно. Давайте вот так вот попробуем. Поехали. Да, здесь у нас сложнее все. И в рейтинге я опять упал, елки-палки. Оставался там немножко, и на тебе. Приплыли. Ну, я еще раз повторюсь, что карта с Франком, она здесь действительно рулит. За счет того, что он оглушает врагов вокруг себя. Ну, и при этом наносит неплохой дамаг. У меня, к сожалению, этой карты нету. Так что... приходится справляться подручными картишками своими, слабенькими. Так, поехали. Как говорится, не все же время снимать одни победы, да, ребята? Так, давай, поехал. Ага, барышни со сковородками. Пока все нормально. Давайте мы сделаем вот так и вот так. Что он там? Что это? Что это за такое он там вызвал? Честно говоря, я не понял. Будем птичками сейчас. И я хочу вызвать минотавра, ребят. Не знаю, успеет он, не успеет. Так, Франк. Франкенштейн. Его мы с вами будем бомбить бомбами. Так, отлично, справились. Так, эта барышня все готова.
Давай, давай, отлично. Ну, тут, грубо говоря, затащил Минотавр в этой каточке у нас. Так что ему большой респект. Так, ладно. Двигаемся с вами далее. Ёлки-палки, у меня еще не активировано было. Ё-моё, а. Давайте-ка я, наверное, вот этот вот поставлю на разблокировку. И поехали на следующий бой. Кто тут у нас сейчас будет? Хорошо, пока нет этих чокнутого профессора, который этот Хейдл, или как там его звать, превращается в шизанутого этого и начинает тут расколбас полнейший. Ну, давай. Да ну нафиг, никакого домика не дали, а. Ладно, вызываем пиратов и птичий домик. Но это не птички на самом деле, это летучие мыши. И он то же самое делает. Но хорошо, что по этому поводу у меня есть, ребята, пески времени, наверное, которые мне помогут, скорее всего. Давайте попробуем. Ну да, в принципе, довольно неплохо они работают. Где мое ядро? Сейчас будем ядром бомбить. И бомбить мы будем, наверное, в пиратов. Вот так вот бомбанем. Да куда ж вы отбежали-то все, а? Скоробеи несчастные. Да, уничтожат. Да, к сожалению, подбили. Где откат по ядру, ребята? Мне нужно оно срочно. Срочно мне нужно ядро. Так, давайте вот это применим. Засасываю их всех туда. Отлично, теперь мы выставим своих миньонов. И ядро как раз у меня готово. Ну, если это можно сказать, что оно готово, то это ровным счетом ничего не сказать. Так, пока все очень плохо, ребят. Пока очень плохо. Сейчас я думаю, что он разбомбит мне все-таки базенку мою, первую мою башню. И сейчас вот ядро полетит именно туда, куда я хочу. Это вот сюда. Нормуль. Пока все нормуль. Ёлки ты палки, куда ты столько тут их наплодил-то? Братишка, успокойся, пожалуйста. Уничтожил. Хорошо, ладно. Франк! Еще у него Франкенштейн, ребята, есть. Ох-ох-ох-ох-ох. Давайте их засасывать в петлю в эту. Черт, он набрал одних этих, как сказать-то. Супер эпические карты. Потому что смотрите, что происходит. Опять он выставил все. Ну, сейчас мы ядром туда бомбанем нафиг. Он меня достал, если честно. Вот так вот тебе, блин. Олух. Ай, у меня, ё-моё, у меня же башни одной нету. Все, ребят, тут проиграл. Я не успел просто заколбасить ему башню. Да, проиграл. Черт подери. Прям не могу, аж до трясучки. Так, ладно, поехали. Блин, надо было, наверное, мне все-таки Минотавра тогда вызывать. Да хотя его птички бы заклевали, и ничего бы у нас не получилось. А стоит он недешево, сами прекрасно видели. Но зато он бьет так бьет. Ладно, фиг с ним. Что сделано, то сделано. Так, а это что у него за такие? Я таких еще раньше не видел. Орудий. Видимо, он уже на другой совсем даже лиге, на другом этапе. Так, давайте с домика начнем. И сразу же пиратский домик. Так, прикроем их мушкетчиками. Так, а вот это вот ты... нам не нужно, браток. Черт, я думал, добью, не добил. Не получилось. Так, профессор идет. Кислых щей.
Блин, да какая мощная тарелка-то эта летающая, а вы посмотрите. Что делает? Нет, пески времени, конечно, хорошо, но... О, вот он, ребята, этот профессор чокнутый. Все, здесь кранты. Здесь уже ничего мне не поможет. Этот псих просто дает тут жару. Причем по-черному. Единственный вариант, это, знаете что, вызвать Минотавра. И я сейчас это попробую провернуть. Успеет он, интересно, добежать, нет? Давай, 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 беги, 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 беги. Блин, успеть-то он успел, но не добил, к сожалению. Это и Уфо еще тоже. Опа-на, неплохо, я считаю. Давай-ка так сделаем. Опять он вызвал его. Ядрить его на корень, а. Надо глушить. Надо глушить его, это однозначно. Черт тебя подери, а. Профессор ты. Ух. Давай бомбанем по птичкам там. Вот так вот. Оно будет лучше. Да и нам спокойнее. Да ну, тут что-то хрень какая-то получается. Смотрите, что происходит. Без вариантов как-то. Вторую башню мне снес. Причем даже не напрягаясь. Смотрите, особо напряжения никакого и не было. Сносим там все к чертям собачьим. Давай, 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 мушкетчики, бомбите. Этих птичек получится, не получится у вас. По времени не успею, ребят. И опять он вызывает этого профессора. Тем более их два. Тут только один вариант. Вот так вот сделать. Но опять же ничего не получится. Не успею я элементарно. Бум. Чуть-чуть, ребят. Буквально чуть-чуть не хватило мне. К сожалению. Да, если бы не этот гребаный профессор Хейдл, то, возможно, совсем другой бы был расклад. И, кстати, пески времени мне понравилась эта карта, довольно неплохая. Надо будет как-то ей более, как бы сказать, поадекватнее использоваться, чтобы как можно больше она причиняла урону врагу, естественно, и больше пользы приносила мне. Ну, в данный момент я только падаю, падаю, падаю по рейтингу. Не знаю, с какого перепуга мне дают именно таких сильных игроков. Ума не приложу. Ладно, будем драться. Будем драться до первой победы. Ну что ж, давайте... Может быть, и пиратский домик поменять? Я уже просто смотрю, им здесь никто не пользуется. Можно было бы, наверное, да, в принципе-то. Так, не будем пока никого выставлять. Вот так вот мы сделаем. Оу-оу-оу-оу, тихо-тихо-тихо, браток. Ну-ка, пески, сработайте в меня, в мою пользу. Слушайте, кстати, вот на песках, я смотрю, было бы неплохо использовать бомбера. Он бы их там всех взрывал бы, и было бы довольно неплохо. Так, здесь мы вызываем горгуль, потому что Минотавр. Это такая штука, очень противная. Ну и опять же вызовем птичек. Так, тут мы вроде бы как отбились. Так, мои там горгульки бомбили потихонечку. Ну что, получится у нас продавить его, прощемить, так скажем. Или нет? Так, опять у него тут Минотавр вышел. Так, ну сейчас он птичек тут разгневает. Они, конечно же, его порвут, это однозначно. В принципе, что и требовалось доказать. Так, первую башню мы ему снесли. Давайте еще птичек выставим. Эта тактика, ребят, называется обычный, как сказать, прожим. Просто давим массой. Здесь особо ничего думать не надо. Просто к
кто быстрее выставил, тот, скажем так, и победил. Тем более, я как понял, у него... Воу-воу-воу-воу-воу. Ядра нету. Так, давай, бомбер, выходи. Твоя очередь выходить, бомбить этого Минотавра. Вот так мы это сделаем дело. Еще поставим сюда птичек. Ну вот теперь уже все, ребят. Теперь уже ему не выкрутиться, как бы он этого не хотел. Понятное дело. Так, вышел циклоп. Ну, циклопа сейчас тут убьем мы. Выставляем опять домик. И горгулья, я думаю, свое дело... Да, тут и так уже победа. Просто-напросто массой я его задавил. Как это, в принципе, делали и остальные. Да иди ты своим реваншем, мне нужно дальше идти, блин. Если бы что-нибудь за это давали бы, другой разговор бы. Так. Ну что же. 861, а было почти 1000. Поехали далее. Правда, я хотел играть до первой победы, но это смешно было на самом деле. Так что продолжаем. Ну, кто у нас тут? По крайней мере, в данный момент игрок был недовольно сильный. Очень мало летающих юнитов. Это, в принципе, мне сыграло на руку. А у тех, у кого есть там УФО, вот эти горгульки, там, шмальтульки, вот тогда, да, тут, конечно, довольно сложно было бы все. Вот, смотрите, уже что-то, ребята, уже около дела начинается, как вы видите. Так, где моя бомба? Давайте бомбу сейчас туда закатим. Вот так вот. Это лучший вариант, я думаю, на данный момент. Ну где мои пиратики, елки-палки? Выходите, давайте. Что-то у него какой-то минотавр мощнявый, я вам сразу скажу. Ну что ж, придется тогда и мне вызывать минотавра. Раз такое уж дело пошло. Погнал, браток. Ох ты, смотри. Что у него тут? Скелеты, откуда тут, блин, скелеты? Я что-то не помню. Чтобы... А, это мумии. Ладно, мумии так мумии. Так, уничтожаем. Не уничтожили, к сожалению. До конца. Отряд птичек. Хотя их сейчас молниями быстро. Ну какое еще соединение, блин, потеря. Ну вот начинается вот этот вот глюкоген, а. Что ты тут ходишь? На, получи. Так, ну по крайней мере он ведет на данный момент. Тут ничего не поделаешь, ребята. Мне надо любыми путями сносить эту башню. Как бы плохо бы здесь не было, надо сносить. Так, отлично. Зачем вот я его поставил сейчас? Хотя, в принципе, нормально. Ёлки-палки, 60 секунд осталось. Совсем мне это не нравится. Пахнет проигрышем. Ну где эти пески, ёлки-палки, ну... Давай-давай-давай-давай-давай, расстреливай его, расстреливай. Замечательно. Какой-никакой, но шанс все-таки есть. Сейчас мы еще туда ядро запульнем. Чутка-чутка не хватило, ребята, мне совсем маленько. Так, он бомбит ядром. Черт, ну только не сноси мне башню. О, снес все-таки, подонок. Ладно, погнал Минотавр. Ну, это, конечно, тут ничего не решает. Ой-ой-ой, а как он так быстро Минотавра-то мне раздавил, расщемил? Да, довольно быстро, очень. Хорошо, отличная игра, молодец, спасибо. Мы продолжаем. Так, орда зомбарей. Да, кстати, орда зомбарей, зомбарей, мумий. Довольно неплохо
блокирует. Ну, это как, и помните, в Clash Royale орда скелетиков против там великанов, гигантов, рыцарей тех же самых. В общем, против тяжелой пехоты. Надо будет тоже над этим подумать. Но для начала мне нужно пробиться хотя бы на другую лигу уже, чтобы были совсем другие карты или что-то прокачать себе по деньгам. А пока мне приходится просто-напросто играть вот этими картами. Хотя, может быть, даже чересчур, что у меня и такой домик, и сякой. Одного домика, наверное, с птичками было бы достаточно, потому что эти пиратики довольно-таки ватные. Смотрите, что он делает, а. Начинает... Оу, ё-моё, Франкенштейн. Хорошо, мы подождем сейчас его. Вот здесь мы его будем атаковать уже. Хорошо, что хоть он не может оглушить моих летающих юнитов. Так, отлично, здесь порвали. Так, самурай. Вот самурая, я не знаю, зачем он взял с собой, если честно. Но, видимо, он у него хороший, сильный юнит, поэтому он ему и понадобился. Так, мы с вами вызываем, давайте, еще один домик. Хотя здесь бы было бы неплохо воспользоваться песками времени. Вот так мы сделаем это все дело. И вот вызовем наших горгулек. Так, давайте вот так теперь бомбанем. И бомбера отправим. Черт его знает, кого он там еще выставит. Так, а теперь я, знаете, что хочу поставить? Нет, вот этот дом я поставлю. Пиратский. Хотел Минотавра выкинуть, вначале думал, но... почему-то передумал в последнюю секунду. Что, зачем он это сделал, я не понимаю, если честно. Что он этим хотел добиться? Немножко времени, чтобы у него осталось, или что? Ну, здесь вроде бы... Да, ребят, здесь, по ходу дела, все. Он проиграет сейчас. Так, самурай вышел. И мой Минотавр выбегает. Все, дальше уже никаких тут шансов нету. Ну что же, отлично, победили. Первый мой выигрыш за фиг знает сколько времени. Если посчитать череду поражений. Ух, ладно, давайте дальше пробовать. Поехали. Ну, игрочишки-то тут елки-палки. Дай боже, еще такие продуманы. Так. Вперед. Симоник у нас здесь какой-то против нас играет. Ну и дали мне, а. Что ж такое-то? Давай вот так вот выставим. Хотя я тут вполне справился даже без этих... без песков времени. Так. Давай, 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 бомби эту сковородницу. Ну, бомби ты давай, елки-палки. Давай-ка вот так вот сделаем. Черт подери, а вот для стрелковых-то это, как сказать, пески времени особого дамага не наносят. Он все равно, хоть он и кружится, но дамаг наносит. Ох ты, елки ты палки, кислотник. Ладно, давайте Минотавра тогда. Минотавра и горгулик своих любимых. Давай, 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 стопори, стопори, стопори. Слушай, а он, по-моему, и птичек подбивает. Ядро полетело. Что? Что он такое вытворил? Хорошо. Да, ребят, смотрите, он и летающих юнитов подбивает. А вот это вот, конечно, круто. Тут уже ничего не скажешь. Тогда мы сделаем немножечко вот так вот. Пускай они его немножко отвлекут. Он будет... Да продвинься ты хоть немножко, чтобы тебя подбили уже. Вот, отлично. Дальше опять пойдет у нас домик.
Надо насчет домика с пиратами подумать. Так, засасываем. Нечего вам тут расслабляться. И... Оу, и опять этот, ё-моё. Очень плохо. Печалька, печалька, ребята. Очень большая печалька. Да причем он бомбит-то довольно неплохо. Птичка. Птичка там моя невеличка дерется. Ладно, выставляем. Вот сейчас бы вот в эту кучу отправить Минотавра, это было бы самое дело. Успеем? Нет? Сейчас смотрим. Так, бомбер пошел. Нет, по ходу дела ничего у нас не выйдет. Даванут, даванут своей массой. Откуда у него горгулит? А, он же вызвал, ё-моё. Давайте вот так вот сделаем. И пески. Хотя меня это, честно говоря, не спасет. Да, не спасает. Ну, бомбу на дорожку. Нет, не получилось, ребят. У него одни стрелковые, я смотрю, в команде были. И вот этот вот профессор, я не думал, что он летающие цели может подбивать. Тут, естественно, вся суть терялась в моих домиках с птичками. И пиратов я, наверное, все-таки буду менять. Ладно, давайте еще один бой сделаем. И посмотрим. Пока у меня больше проигрышей. Причем намного больше, чем выигрышей. Не знаю, ребят, вы напишите в комментариях, если вам такие серии не нужны, я их больше выкладывать не буду. Буду выкладывать одни победы нафиг. Потому что, думаю, вам не интересно смотреть, как я тут просираю. Хотя, на самом деле, в проигрыше ничего плохого нету. Наоборот, как сказать, учишься, становишься только лучше. Так, ну давайте, уничтожьте эту тарелку летающую. Отлично, все хорошо. Ой, еще и джин. Да откуда у вас такие карты, ребята? Ну на самом деле, а? Что джины, что эти? Как их звать-то? Джин, и потом у нас кто идет там? Франкенштейн, одного поля ягодка. Бомбят, блин, не по-детски. Давайте так сделаем. Бомбанем разочек. Сюда нафиг. Тоже, смотрите, у него пески времени. Довольно неплохо. Значит, соперник, скажем так, мне на равных идет. Смотри, смотри. А что это такое? Я не знаю, если честно. Ну, по крайней... А, все, я понял, ребят, есть такой скилл тут новый. Ну, как новый? Он у меня только недавно появился. Это возможность останавливать время. Чтобы вам было попроще немножко, вот так вот я его назову. Там песочные часы, которые останавливают время. И вот он ими воспользовался сейчас в данный момент. Так, ну что, пока вроде бы неплохо. Я уж не знаю, насколько плохо или хорошо, но ядро полетело. Хотя и без него тут победили. Ну, как-то так. Давайте еще один бой с вами проведем. Как говорится, укрепимся. Или победа, или проигрыш. 860 уже. А мне нужно еще, ух, еще 5 побед, чтобы догнать свой прежний счет. Ну-ка, кто у нас тут? Почему все в Лондоне-то дело? Почему карта-то не меняется, а? Ну, хоть так далее. Ладно, птичий домик. Птичий домик, елки-палки. Так, следующим у нас идет домик пиратов. Ё-каламане. Там мумия еще. Сейчас начнет досаждать меня здесь капитально. Ну, на этих ребят-то у нас найдется управа. Не понял я. Какого лешего? У него что, сильнее эти прокачаны, что ли?
гаргульи были, раз победил. Причем я был... Так, здесь надо нафиг ставить птичек, это не дело. Сейчас Ван Хельсинг тут подойдет, начнет бомбить. Ну, хотя бы так, хотя бы так. Ух, давайте, 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 ребята, пиратики, толстячки вы мои. Бомбить этого циклопа, отлично. Здесь тоже всех давим, этих мумий нам ненужных. К ядрене фени. Давай, бомбардир, выходи. Да чё, как так? Я не понимаю, как у него... Нафиг, засасывайтесь все в прорву. И никакого урона. Представляете, ребят, никакого вообще дамага не нанесли. Практически. Отличная игра, отличная игра. Так, ладно. Поехали дальше. Ставим пиратский домик. Циклоп выходит. Циклопа надо нам обязательно контрить, хотя... Ага, вышел самурай. Ладно, давайте самурая мы будем сносить. По любасу. Так, здесь справились. Теперь делаем вот так. Ну, бейте вы циклопа-то ядрить. Давайте застопорим это все дело. Вот так оно будет лучше. Давайте дальше опять птичек. Опять эта мумия, да, вышла? Мумия довольно сильная у него. Посмотрите. Пески времени, поехали. Ну вот уж хрен, так просто я не сдамся. Что ты тут сделал? Ну давайте, глушите вы этого циклопа-то, ё-моё. Отлично, отлично справились со своей основной задачей. Не хватило, ребята, чуть-чуть, буквально не хватило. Капельку, так скажем. Буквально немножечку, чайную ложечку. Да. Фигово, фигово, ребят. Ну, зато как-то так, будем знать. Блин, у меня нет вот этих вот карт. Ни Франкенштейна, ни мумии. Мумия, сами видите. Мумия, кстати, мне напоминает из Clash Royale ведьму. Также вызывает... Также бьет довольно неплохо. Ну что ж, давайте тогда на этом я завершу этот выпуск. Вы не забудьте написать, нужны ли вам вот такие серии с проигрышами или нет. Ну, а на этом все. Всем пока и до новых встреч, ребят.